В дипломатии есть право вето в Совете Безопасности ООН. Это как раз-таки аналог атомной бомбы, после которого никакая проблема дальше не будет той же, как она была до применения права вето. Это взрыв, который обнуляет ситуацию. Так вот, США трижды при голосовании Совбеза ООН применяла право вето по ситуации, по требованию прекращения огня в Газе. Трижды атомную бомбу дипломатическую использовала США. Израиль применяет очень серьезные средства для того, чтобы достичь своих целей на Ближнем Востоке. Но при этом, заметьте, с обратной стороны, во-первых, это часть палестинских территорий, в рамках которых действует одна из, да, сильная, да, серьезная, но одна из палестинских группировок. Как следствие, даже договориться о мире становится невозможным.